Настал долгожданный момент. Наш канал преодолел очередной рубеж, очередную круглую дату, 9 тысяч подписчиков. Сегодня хочу всех поблагодарить. Спасибо вам огромное за то, что вы есть, за то, что вы смотрите канал, за то, что вы делитесь моими видео в социальных сетях, за то, что ставите лайки, дизлайки, комментируете, хвалите, критикуете. Сегодня мы разыграем очередной розыгрыш, очередной подарок. Кроме того, сегодня расскажу вам о небольших изменениях, точнее, наверное, даже дополнениях, которые стартуют на канале с завтрашнего дня. Итак, поехали. Как многие из вас знают, я постоянно пытаюсь что-то на канале поменять. Какие-то проекты выгорают, какие-то не выгорают. Общая тематика, тем не менее, остается прежней. Это рассказы о Беларуси, о жизни в Беларуси. Последние 2 месяца активно на канале выпускались блоги, влоги. И я подумал, что очень хорошо было бы внести какую-то изюминку. И у меня получилась вот такая вот штука. Итак, что это такое? Видео на канале будут выходить 5 раз в неделю. Все это будет снято в стиле влогов. Но в каждом влоге мы будем затрагивать какую-то определенную тему, и влоги будут тематическими. В понедельник я буду рассказывать о своей работе, делиться своими профессиональными навыками. В основном это будут какие-то обзоры и уроки по фото, видео, по монтажу, по каким-то техническим моментам, связанным с техникой и со всем, что с этим связано. По вторникам мы будем с вами готовить что-то интересное, всевозможные рецепты белорусской кухни, не только белорусской, пробовать какие-то достаточно экзотические блюда, простые блюда. В общем, все, что связано с едой, будет выходить на канале по вторникам. Среда у меня будет выходной. Четверг я назвал путешествие, ну не совсем путешествие, в четверг я буду ездить снимать проект 112, либо это будут вылазки на каких-то мероприятия, какие-то музеи, какие-то, может быть, театры, парки. В общем, все, что связано и можно каким-то образом впихнуть в понятие путешествия, все будет выходить по четвергам. Пятница. В пятницу я предлагаю выпускать влоги, в которых я буду брать несколько самых интересных, самых необычных, самых, может быть, острых новостей, которые произошли в Республике Беларусь за неделю. Будем с вами их обсуждать, буду о них рассказывать для того, чтобы мои зрители, то бишь вы, были в курсе событий и в курсе того, что происходит в стране. У меня остается один день, суббота, поскольку воскресенье у меня тоже выходной, тематику которого, блогов которого, в которых вы выберете сами. Для этого просто пройдите в комментарии и напишите свое предложение, какую тему имеет смысл и вы хотели бы увидеть именно по субботам. Я отберу самые интересные предложения, и после этого мы ВКонтакте сделаем с вами голосование, после чего выберем ту рубрику, которую будем обозревать по субботам. Вот такие вот, друзья, изменения на канале стартуют с завтрашнего дня. Ну а сейчас самое время перейти к розыгрышу нашего подарка. С каждым розыгрышем подарки будут все значимее, все интереснее, все богаче, если хотите. Сегодня победитель получит вот такой вот великолепный сервиз на 6 персон, чайный сервиз, белорусского, естественно, производства от Добрушевского фарфорового завода. Как он выглядит, можно посмотреть по ссылочке. Ссылочка будет в описании, ну или где-нибудь здесь сейчас появится. А мы тем временем будем определять победителя. Начинаем. Выбираем ссылочку нашего видео. Заходим в рандомизатор и вставляем ссылку. 1, 2, 3. Поехали. Итак. Идет процесс выбора случайного победителя, и победитель Ирина Николаева. Сейчас проверим, чтобы все условия конкурса были соблюдены. Так, смотрим, подписана ли она на группу. Отлично, подписка на группу есть. Также проверим, подписана ли она на наши каналы на YouTube. Да, отлично, на основной канал подписка есть, на «Сделано в Беларуси» есть. Что же, остается только поздравить Ирину. Ирина получает свой приз. Я с ней свяжусь, объясню, как его получить, как забрать.
Благо она живет в Минске, я думаю, что сможет сама подъехать и забрать свой приз. Поздравляем! На этом, пожалуй, все. Кто хочет принимать участие в следующих розыгрышах, обязательно проходите по ссылкам, читайте условия. Все выполняйте условия конкурса, и в следующий раз, возможно, повезет и вам. По поводу пятой темы для нашего влога, обязательно тоже пишите в комментариях свои предложения. Самые интересные предложения, возможно, тоже будем как-то поощрять. Ну и подписывайтесь на канал, ставьте лайки, следите за обновлениями. С завтрашнего дня будем пытаться все вот эти нововведения ввести уже непосредственно в тематику канала, в видеоканал. С вами был Ян Ларос, рад был вас всех видеть. Всем удачи, всем пока.